Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Приветствую всех любителей видеоигр, меня зовут Паша, и вы находитесь на канале Радимич. Мы продолжаем с вами прохождение игры «Ведьмак 3. Дикая охота». В предыдущей серии мы с вами завершили вроде бы как несложное задание. Нашли все-таки, кто же украл это золото. И теперь нам нужно поговорить с Присциллой. Она находится у нас здесь совсем недалеко. Поэтому мы к ней сейчас и отправимся. В принципе, можно было и воспользоваться быстрым перемещением, но прогуляться по улицам Новиграда это того стоит. Так, все пока тихо-спокойно у нас. Никто на нас не нападает, да и в принципе-то день на улице. Охотники там на ведьм, на ведьмаков. Нас не беспокоят. И это радует. Это радует. Так, ну что? Так, тише, аккуратненько. Не сталкивайтесь лучше со мной. Я надеюсь, сегодня мы закроем с вами задание сокровища графа Роймана. В конце-то концов. Да и до конца уже осталось совсем-совсем немножко. Вроде бы как пару серий, и мы с вами уже завершим сюжетную линию Ведьмака. Здесь у нас человечек-то лежит, ясненько. Она находится все в том же баре. Наверное, опять дает концерт. Ладно, сейчас проверим. Глядишь ты, какая уродина. Я, пожалуй, больше сюда приходить. Так, тихо. Люди, не кипишуйте. Находится она у нас на втором этаже. Так, тихонечко. Тут начинаются уже беседы, беседуют тут людишки эти. Так, где ж Присцилла-то, а? Я на самом деле подумал, что это Цири, но нет. И я ошибся. Так, а как это нам-то? Пройти, наверное, вот сюда нужно, нет? И, скорее всего, вот сюда. Не понял. А где она? Или я опять не туда зашел? Не, ну, что так сложно-то, а? Не должно ж так быть-то у нас. Значит, на втором этаже она. Я подумал, ей дали самый лучший номер в этом отеле. Геральт! Я знаю, где Лютик. Где? В подземельях Храмового острова. Дурная шутка. Я не шучу. Ну не волнуйся, Трис придумала, как его вытащить. Нам нужно только найти Дуду. Значит, тебе надо найти Дуду, чтобы найти Лютика, чтобы найти Цири? Похоже, тебе предстоит страшно много поисков. Желаю удачи. У меня нет выбора. Я должен встретиться с ублюдком-младшим. Может, он что-нибудь знает. Как ты познакомилась с Лютиком? На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютике. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. До свидания. Итак, хорошо. У нас снова задание охота за младшим. Нам нужно отправиться на ринг ублюдка младшего и отыскать
казино, принадлежащее ублюдку младшему. А что-то очень много этого ублюдка младшего, который у нас. Так, 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 напились, будьте людьми. Алкашня это мелкошная. Так, хорошо, хорошо. Куда нам нужно бежать? Куда нам нужно бежать? Раз, два. У нас две точечки. Здесь у нас найти укрытие. Здесь у нас ринг. Здесь у нас казино. Ох, в одном из этих мест, я так понимаю, у нас и находится наш вот этот младшенький, да, друг. Я вроде бы как за ним охотился уже, но ничего, что-то у меня не вышло. Так, ладненько, хорошо. Значит, пойдем сначала в казино сходим. Возможно, возможно, он находится именно в казино. Но это у нас не точная пока информация. Будем вот так сокращать путь наш. Люди, так, ну вот оно, вроде бы должно быть здесь. Чего тебе тут надо? Того же, что и всем. Поиграть, повеселиться. Вход только по приглашениям. Вот мое приглашение. Могу отдать вам, если хотите. Мы не откажемся. Кстати, вот эти кроны — говно, а не монеты. В Темирии можно сказать, я, мол, друг Фольтеста. В Нильфгарде сам император за меня поручится. А тут что? Жопа? Это верно. На монетах какая-то ебаная лодка нарисована. Ну что тут скажешь? Я знакомый одному кораблю. Это бред какой-то. Одного корабля. Ладно, заходь. Хорошо, что у меня были эти монеты. И сейчас тут нужно сыграть карты. Я отыграюсь. У тебя денег не осталось. Это кто такой? Так, 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 а с кем ты играть-то тут, а? Или это он находится на втором... Да, наверное, на втором этаже. Сейчас проверим, сейчас проверим мы. Хорошо идет карта. Мутант? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Чудищ нет, так что можем спокойно сыграть в карты. Деловой? Ха-ха, конечно, можем сыграть. Если только деньги есть. Найдутся. Фиштиху. Говорят, тут лучший фиштих в городе. Я хочу просто поиграть. Так, ставочка. Раз ты настаиваешь. Чувствую, разделаю я тебя, как бог черепаху. Так, друзья, я вообще, я так понимаю, это Гвинт, и я не играл, поэтому... Так, 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 что у нас здесь есть? Ну, ладненько. Начать игру. Недостаточно карт в отряде. Так, а куда нам... Я понял. А, ага. Наверное, все-таки вот так нужно было сделать. А, так. А, так. Давайте сделаем вот так. Требушет. Ваш ход. А, так, что тут делать-то нужно? Так, и сейчас ход противника. Блин, честно, я даже и не представляю, что здесь делать-то нужно. Ага. Ну, будем пробовать, что делать.
Так. Ну, понятно. Применить. Оп. Так. Вот это мне уже совсем не нравится. Нужно что-то решать, какие-то вопросы, наверное, с ним. Так, ну и что мне с ним делать-то? Вот так, наверное, сделаем. Не понимаю. Что делать? Ну, блин. Что-то-то нужно делать, в конце-то концов. Вообще не понимаю смысл этой карточной игры. Ну, вроде бы как у меня стоят вот эти штуки, они, по идее, должны наносить урон. Вроде бы как должны. А там как пойдет дело. Давай поставим еще одну вот сюда штуку. Так, ну куда? Сюда поставим, конечно. В итоге-то кто победит, я не знаю. Как-то не особо. Применить, да. Что делать? Все, у меня карт больше нет. 35. Ваш ход. Использовать карту лидера. Больше карт у меня нет. Я понял. Применяем. Конец раунда. А противник выиграл раунд. Ладно, хорошо. Играть больше не будем, один разочек сыграли. Продулся ты, братишка. Но если вернешься с деньгами, дам тебе еще один шанс. Хорошо, я понял. Значит, пойдем сейчас к другому спросим, что за ерунда. Я присоединюсь? Я тебя тут никогда не видел. Я слышал, здесь иногда бывает ублюдок младший. Ты слышал? А что ты еще слышал? Так ублюдок здесь или нет? Раф был младший. Кто-то пришел по его душу! Взять его! Так, а чё это у вас тут так много, а? Сразу. А можете как-нибудь вот... как-нибудь помягче? Так, хорошо, ладно. Я просто буду отпрыгивать пока. Потому что у меня здесь очень буду вас пока спалить. Так, это пока. Так, пока все хорошо. Пока просто мы прыгаем. Отпрыгиваем от наших чуваков. Их не задеваем. Будем подпаливать, а что делать? Их очень много. Хорошо, есть крит. Так, есть крит. Заклятие. Так, это блок. Это не блок. Руби выродка! Ага. Сейчас зарубишь. Обязательно. Вот эти вот, вот этот бар, казино, вот это голимое, блин. Блин, ну тут вообще вас очень дохрена. Я прям не знаю, что делать. Если честно. Я даже и не знаю, как с вами сражаться-то.
Если честно, даже без понятия, без понятия. Так, 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 так. Использую вот такое манипуляции такие вот не очень сложно это, да? Так, я понял. Молочка попьем. Или что это такое? Да, молочко. Так, хорошо. Так, я понял. Я понял. Мы просто будем пока делать вот такие вот, кажется, нелепое движение, но, по крайней мере, мы сможем победить эту битву. Все-таки их очень много здесь. Я один. Они могут меня заломать и, знаете, что сделать? Кое-что сделать. Нехорошие засранцы вот эти. Так, 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 так. Пока мы их немножечко облапошили. Во, ну что? Пора бы уже и... Так, хорошо. Ну, нанесли, отошли. Нанесли, отошли. Все замечательно. Так, минус один. И должны вот этих два чувака минусануться как-то. Так, этого мы минусанули. Осталось совсем чуть-чуть. А мы идем с вами на третий этаж. Ёб твою куку, какой третий этаж? Ну, вы чё, пацаны? Подожди. Я как-то не особо хочу с вами драться. Ну, чё поделать? Раз вы уже готовы к этому... Так, а я, кстати, тоже готов. А вы готовы? Так, этого минусанули. Так, этого минусанули. И вроде бы как все замечательно, все прекрасно. Люди горят. Люди горят. И вроде бы как... А, чет, 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 чет. Не хочу я умирать. Ждем, ждем, ждем. Опа, ждем. Подождали. Так, мы должны вот этого минусануть. Есть. Потом вот этого немножечко надкусить. Ну и просто будем отпрыгивать, и все, они нам ничего не сделают. Потому что они немножечко странные ребята, на самом деле. Так, давайте, давайте, я вас жду. Я вас всех жду. Да. Не достал. Так, этого минусанули. Вот это сейчас будет, конечно, глубочайшая ошибка моя. Если я погибну здесь. А я не хочу умирать. Так, выпьем еще молочка. Так, этого все. Кто там что выпустит, ты? Ты бы себе что выпустил. Так, этого минусанули. Так, вот этого надо дядьку сейчас завалить. Я буду с тобой сражаться до последнего, друг мой. Смотри-ка, ты что делает, а? Жульбан. А, тут уже можно, в принципе... Нихера себе ты. Ты вообще горишь или нет? Я вот... Не понимаю. Ага, слева и справа. Я смотрю, вы заходите замечательно. Так, так, так. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Осталось-то. О, братан. А, минус там рука была. Вроде бы, как я слышал. А, так, где у нас еще наши друзья? На первом этаже что у нас? На первом этаже у нас все тоже замечательно. А, на третьем этаже у нас друзья наши. Иди сюда, мой друг любезный. Как там правильно-то драться с тобой? Здравствуйте. Здравствуйте, бандитос. Давай, давай, давай. Ага, именно, именно так. Давай, а ты готов, бандит?
Кто там что? Иди ты сюда. Виталити хотел. И я хотел. Надо осмотреться. Естественно, нужно осмотреться. Геральт, что же за дела-то такие? А, так. Избили до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Гном. Ты живой? Не добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с реданцами? Так, хорошо. Теперь нам нужно найти... Нам еще нужно посетить два места. Поэтому, друзья, я думаю, на сегодня уже хватит прохождения Ведьмака. Продолжим уже прохождение в следующей серии. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, оставлять свои комментарии. Не забывайте и про колокольчик, который уведомляет вас о выходе новых видео. Ну а с вами был, как всегда, Паша. Всем удачи и всем пока-пока.